действующая королева карнавала Мэйр Таймбэй, я лишь хочу сказать, что все вы выглядите просто шикарно! А вы не слишком принарядились для пляжа? Для пляжа? Мисти, серьезнее, пожалуйста, давай одевайся. Одеваться? Для чего? Ну, сегодня карнавал, Мисти! И ты можешь надеть все, что захочешь. Чем безумнее, тем лучше. О, нет, это сегодня? Но мне нечего надеть. Мой костюм уже скоро будет здесь. Не хочется указывать на очевидное, Пип, но... Это очень большая карнавальная корона. И куча фруктов. Как я должна петь, танцевать или летать в этом? Не так уж и много фруктов. И если кто-то и может это сделать, то это ты, Пип. Погодите, может, я смогу поднять... Возможно, у меня есть идея. Изи, мне понадобится твоя помощь. Все еще чего-то не хватает. Да! Та-дам! Оригинально! Карнавал? Мы идем! Да! Да! Кажется, все блестяшки ушли на его гриву. Прости, Паузи. Вау! Вы только гляньте на всех этих пони. В этом как раз вся суть карнавала. Собирать всех вместе. Мы любим тебя, Пип! Скорее бы услышать твое пение. Эй, подпипщики, выглядите иконично. Она нас заметила. Ей понравились наши костюмы. Я будто сама Пип. Эй, это был Пип. Оберегись! Мы под фруктовым обстрелом! Эй! Ау! Ау! Ну, давайте! Вам понравится этот фруктовый дождь удачи! Что? А вы не знали об этом? Эта история стара, как Мэйр Таймбэй. Пони дарят фрукты тому, на ком фруктовая корона, принося им удачу на весь год. Вау, они любят тебя, Пип! Пип? Пип! А вы не поможете? Фил! Спасибо, ребят! Но как мне теперь носить свою корону? Мы можем все, когда работаем сообща. С надеждой! Храбростью! Чуткостью! Добротой. Креативностью. И уверенностью, как в моей песне. Озвучено командой Z Dr. Team в 2024 году.